ним на торжественную линейку приехал глава Кубани. Почти 30 лет назад Вениамин Кондратьев сам закончил эту школу. Сегодня бывший выпускник обратился с напутствием к тем, кто только начинает свой путь к знаниям. Не только родители, но и учителя будут сопровождать вас по жизни. Они будут следить за вами, за вашими успехами и достижениями. И своей достойной жизнью, своими успехами вы просто продлите им годы жизни. Потому что радость, она всегда дает дополнительный стимул для жизни. Вы верьте в себя, верьте в те знания, которые дает вам школа, верьте в своих учителей и в то, что в жизни вы завтра сами сможете управлять собственной судьбой, собственными решениями. Вот эта вера вам даст возможность устоять. Посмотрите на флаг. Чем сильнее ветер, тем более гордо он развивается. Вот этого я желаю и вам. Все в этой жизни именно вот так. Невзирая никакие сложности, трудности, вы должны развиваться гордо, смело и только вперед. Как наш флаг России, края и района. Удачи! После руководитель края встретился со своей первой учительницей. Вместе они прошли по учебным классам, а затем за чашкой чая вспоминали школьные годы. Также Вениамин Кондратьев посетил урок мира, где вместе со школьниками говорили о подвиге жителя станицы Андрея Туркина. Военный офицер погиб в 2004 году в Беслане, накрыв собой гранату, чтобы спасти детей, которых взяли заложники боевики. Его имя сегодня носит школа номер 1 в Динской.